Малыха! Меня зовут Ернар, город Нур-Султан, Республика Казахстан. Сколько вам лет? 26 лет. Мелизматика у вас просто молодец. Сумасшедшая. Такая молодец. Свободная, такая класс. Своя вообще. Ернара себе знает. Очень, ну, очень на Казахстан круто. В этом смысле вообще можно рассчитывать. Безусловно, но именно чтобы это было на таком своем вообще месте. Скажите, пожалуйста, где вы учились или вы сами так все умеете? Я закончил Академию искусств. В городе Алматы. Сколько лет учились? 4-5? 4 года. До этого музыкальный колледж, музыкальная школа. На фортепиано? Баян. Баян. Ничего себе. Сейчас, когда я закончу говорить, начнет говорить Александр Борисович. Я после всех. Так вот, вы его не слушайте. Он такого вам наговорит. Ничего не особенного. Кроме хорошего, ничего плохого. В общем, это было здорово. Я, например, лично в восторге. Я с удовольствием бы работал, я в этой музыке купаюсь с большим счастьем всю свою жизнь. Я думаю, что мы все будем рады, конечно, видеть вас у себя в командах и поработать с вами, посотрудничать, заниматься творчеством. В любом случае, мы все очень рады, что мы будем наблюдать вас в проекте, какой бы выбор вы ни сделали. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Нет, просто спасибо, реально очень красиво. Да, а он этот выработал, видишь, Дима, он вообще ничего не говорит, у него одни эмоции. И поэтому к нему все идут. Да? Да. Неправда. Поэтому. Неправда. То, что я бы вам дал бы, ежели бы вы вдруг психанули и пошли ко мне, никакого отношения не имеет к тому, что вы сейчас показали. Вообще. Я имею в виду в музыкальном и в стилистическом отношении. Но вот то, что вы сейчас показали, говорит о том, что вы способны к трансформации и к пониманию совершенно разного музыкального материала. Ну, это понятно. И тогда мне интересно было бы, как вот это вас вот туда вот запихать, куда надо мне, чтобы вы, сохраняя вот это все то, что вы умеете, еще вдруг послушали то, что я вам предложу. А так делайте выбор. В любом случае. Тяжело. Честно, я не думал, что так получится.
Тяжелее, если бы никто не повернулся. Да. А это вообще не тяжело. Да. Это классно. Это джекпот. Помогите мне, пожалуйста, я не знаю. Как? Не-не-не, думай. Пожалуйста, думай сам. Пожалуйста. Дима Билан. Это будет интересный поезд. В любом случае, это все в диалоге происходит. Вот, найдем что-то очень классное.